Вот и все, уже время кончалось, не осталось, совсем не осталось. Разве только лишь самая малость, разве только лишь пара минут. Эта женщина многое знала, эта женщина все понимала, но, вцепившись в рукав, умоляла: «Поклянись, что тебя не убьют». И мужчина в ответ улыбнулся, странно глядя куда-то вперед. «Не убьют», он сказал и запнулся, потому что вдруг понял, что врет. Он к ее волосам прикоснулся, но в глаза заглянуть не посмел. «Не убьют», и он снова запнулся, потому что он лгать не умел. И когда пронеслось над перроном: «По вагонам пора, по вагонам», он ей долго махал из вагона, растворившись защитно-зеленым. И вагоны уже уплывали, и колеса все громче стучали, и солдаты платформе кричали, что обратно с победой придут. А потом они долго молчали, а потом табачок доставали, и колеса им всем обещали: «Не убьют, не убьют, не убьют».